Привет, ребята, с вами Аншан, и сегодня я покажу, как получить книжку, такая шапочка-книжка, и футболочку. И надо зайти в такую игру, как называется, таинственное место. Почему таинственное место? Я не знаю. Заходим в Roblox, пишем таинственное место, и заходим. Все. Мы сейчас загружаемся в игру. Короче, ребята, я нашла имена в интернете этот сервер, потому что мне один подписчик дал. Нам надо немножечко побыть в этом сервере, ну, в этом плейсе. Вот, ребят, видите? Нам сразу дали. Видите, значок там было? Вот, смотрите. Заходим в плейс. Нам ничего не надо делать. Повторяйте просто за мной. Просто идем вот сюда. Вот сюда. Сюда идем. Оп, встаем. И все. И выходим из игры. Все, просто выходим из игры. Заходим. Смотри, в шапке. Или футболку. Вот смотрите. Сейчас. Где? Все загрузится. Ой, там видели? Вот. Так, давайте сначала футболку покажу. Нам дают вот такую красивую футболочку. И дают шапку, книжка. Она, кстати, очень красивая. Вот. Вот что нам дают. Да, я сегодня получила вот такую шапочку. Она давно получилась. Смотрите, как красиво выглядит. Подождите. Очень красиво. Прям. Ну, мне нравится больше всего книжка. Подождите. Поставим себе шапочку. И еще есть другая бесплатная вещь. Это, ну, вот такие. Вы, наверное, уже все знаете об этом. Рюкзачки. И лук. Вот у меня много вещей. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем, ребят, пока-пока.